Дружище, скорее ставь лайк за 3 секунды, если ты любишь Лего и все, что с ним связано. Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Юрач и Энтони. Сегодня у нас Лего-маньячок в Брикрикс. Привет всем, господа хорошие! Вы только посмотрите на эту наглую улыбающуюся морду с пистолетом Лапузи. Что-то он, мне кажется, задумал нехорошее. Реально, у него такая улыба просто, я обалдею. Ребята, ну а сегодня у нас возвращение маньячка, друзья. Да, вы давно ждали этого маньячка. И, в общем, сегодня у нас немного в другом виде. Вот в такой ржавой русской тази, мази, вази, как хотите называйте, машине, в общем-то. Ну, у нас-то, в принципе, тоже Russian One Car. Да, но мы решили, что у жителей обычных тоже будет Russia Car, и сегодня, в общем, серия посвящается именно им. Здесь какой-то пулемет у меня, но он нихера не работает. Какой, короче, нахер пулемет, алло, ты чё, он не работает нихера. Ну, это хорошо. Да. У меня, короче, здесь какие-то затворки, посмотрите, сзади запаска, в общем. Здесь какие-то разные колеса, ну, в общем, конкретный маньяк, непонятная машина. В общем, все непонятное, в общем, валим за наши жертвы. А ты случайно не дед-маньяк, братан? Дед-маньяк, да, дед-маньяк. А то у тебя твои копейки, наверное, больше, чем моей. Дед Гренни выехал за тобой. Гренни? Да, дед Гренни. Слушай, а у меня копейка прет 110 км, это как бы нормально, не? У меня 120, брат. Блин, ну у тебя преимущество, значит. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, тихо, тихо, преимущество, блин, падаем. А у нас, на удивление, копейка прям турбированная, прям раскачанная на 130 км, нихера себе по прямой. Слушай, это, короче, дед-маньяк Гренни приехал, в общем-то, за мстить за бабку за свою, короче. Короче, ребята, вы не удивляйтесь, просто у деда, походу, расстройство психики. Ёб твою мать! Какого хера ты живой, слышь? У меня минус морда, но я еду. Офигеть. Я вообще не ожидал. Я даже не видел. Это настолько было жестко. Просто на скорости влетел прям. Какого хера ты такой живой, чья? Рано у тебя дрезво подрывает, слушай. Ой! Ой, 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 ой! Опа, минус дедок. Да минус ладно, дедок. А ты живой, что ли? А я в кабриолете. А ты знаешь, что дед, он бессмертный, и он даже в пламени будет гореть, и, в общем-то, будет ехать за тобой. Блин, ребят, мне кажется, что у него не только глюки, так он еще и таблы жрет какие-то нехорошие. Дед-наркоман просто. Слушай, ну у тебя какая-то, я не знаю, либо это рассинхрон, либо что, но у тебя почему-то живая машина какая-то. Ну как тебе сказать, живая, у меня крыши нету. Не, ну крыши-то нету. А вот с колесами повезло, Риль. Ай-яй-яй, так хорош тебе! Слушай, просто... ну как вот сейчас ты опять выжил, а? Я не знаю. Я не знаю, что за херня вообще, слышь? У меня от машины ничего не осталось, но копейка прям тащит. У тебя вообще, у тебя и крыши нету, и этой. Слушай, я поймал себя на мысли, что я начинаю любить российский автопром. Да? Он спасает жизни, но не всегда, конечно. Иногда не спасает жизни. Иногда не спасает. Ай, твою мать, врулил, врулил. Врулил, да. Ну, какое как. Ну у тебя, да, она широкая. Кстати, у тебя что там, на запаске ездишь, да? Да, на запаске, наверное. Блин, охренеть. Очень даже удобно, слушай. Не, ну слушай, ну серьезно, добротная копейка. Я же говорю, one Russian car. One Russian car, все покупаем русский автопром. Да ты задолбал в эти повороты, давай на прямой погоняемся, ёпси. Я тебя устрою сейчас, мазефака. Сразу разлюбишь все. Она у тебя быстрее разгоняется просто. Да ни хера она у меня не быстрее разгоняется. Воу! Воу! Щец! Вот этот дедок херачит боком просто. Вообще дед нормально тут дает жара. Да ладно тебе. Просто... Шелести, пацан! Да-да-да. Не, он просто жесть, короче. Особенно, когда на ручную начинаешь переключать, это жесть какая-то. Блин, просто пацана на копейке загонял, дед. Просто не могу. Воу-воу-воу-воу. А, ну она у тебя расточена хорошо. Я смотрю, что этот. Прям в заносах ходишь. Ну да, то есть нормально здесь прям. Блин, забор железный, что ли, здесь? Ну, как бы да. Все за херня-то? Все вылетело, а сам не проехал. О, привет, мужичок. Это мы зря сделали, да? Нихера ты скачешь просто. Не знаю, что ты поскакал, он от радости, походу. Жил-был у бабушки серенький козлик. Ну все, пора тебя догонять. Ёб твою мать. Ну а тебе, ёб. Бешеный дед просто, я тебе говорю. На тебе.
Здравствуйте. Я просто врезался. Да, я вижу. Все, не едешь? Блядь, двигатель отвалился. Да тебе, сынок. Я сам себя остановил. Подожди, сейчас мы тебя до конца будем добивать. Маньяк же у нас типа это, нечеловечный. Оба! Вот так. Я сижу как в кинотеатре, попкорна не хватает. Опа! Ну, тебе! Понятно. Убил. Задавил. Нормально, нормально, слушай. Блин, ну это было обидно. Это было классно. Посмотри, какой маленький двигатель у меня стоял в копейке. Просто малюсенький. Размером с колесо, наверное. Писюшечка. 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 Ой. Где я? Мама. Я над городом. Мама. Этому городу нужен новый супергерой. Да, этому городу точно нужен супергерой. И сейчас Антоха попробует им стать. А, что? Ты где? Мы там же. А, я понял. Короче, ребята, дед-маньяк вот так вот, короче, расправился со своей жертвой. И думаю, что сейчас дедком стану я. Давай. Ring, 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 motherfucking! О, господи, дед вышел на охоту! Давай, где там твоя блега-маньяк, дед этот? Внучок, я уже выехал за тобой. А может, я не внучок? Внучка, что ли? Внучечка. Внучечка, где ты здесь? Ну, короче, дедку-то похер, машина, кстати, у него реально быстрая. Я что-то сзади понять не могу, что у него это махает сбоку. Маховик, ёпси. Я не знаю, что у него там махает. У меня довольно-таки такая семерочка, в общем-то, бодрёненькая, на хороших колесах. А где ты пулемет увидел? Она быстрая, по-моему. Ты меня спокойно догонишь, если что. Я пулемет не вижу, алё. Ну, пулемет он сзади, на заднем окне. Да нет, не пулемет, это типа этот... Дворник, походу. Деревянный просто. Да ладно. Так, я где-то слышал тебя. Кстати, самое интересное, что у деда очень хороший слух. Вы его 90 лет-то. Ну, от бабки достался, наверное. Он просто Агушу жрал каждый день. По ходу дела, да. Так, ты где? А я здесь где-то, в городе. В городе, значит, ну окей. Все, дедок выехал в город. Надо, кстати, ночь поставить. Кстати, дед вообще редко выезжал всегда в город, но как стал маньяком, он постоянно в городе. Он знает город, как все свои 5 пальцев. И твои 5. Видели, дед проехал? Я видел. Видели, и дед тебя тоже видел. И дед видел? И дед тебя видел. Это херово, блин, у меня колеса отпадают, вот это плохо. А, сыкуешь от страха, да? Ага. О, привет. Опачки. А я думал, ты на мост поедешь. Что-то дед быстро-быстро проехал. Ой, господи, он же подперживает ей, смотрите. Ну, конечно, подпержу, маньяк за мной едет, а? Я посмотрел на тебя, если бы за тобой маньяки ездили. А, за мной уже ездили маньяк. Но нам с машиной повезло, как бы. Так. Внучок. Иди к дедушке. Ай да, дедушка. Я тебе кое-что покажу. Не хочу смотреть на тебя. Иди сюда, сука. Да пойду. Перечить старшего нельзя. Можно. Нельзя. Ты куда делся? Улетел уже. Я уже все Ленина проехал. О, господи, нет, тихо! Кстати, у меня даже колеса не отлетели. По-моему, я уже приехал. Внучок, что ты там говорил? А, нет, стой, я как настоящий дед-маньяк сделаю сейчас. Как? Красиво. Не дыргайся. Как ты сделаешь красиво? Красиво сейчас сделаю. Как настоящий маньяк. Если мы с тобой доедем. Стопнешь меня вот в этой вот? Да. Да хорош тебе, колесо тебе сломаю еще. Хер тебе. Я никогда не сдаюсь. Блин. А я хотел рагу сделать. Мясное. Рагу, давай, пробуй, ну. Ой, господи, ой, что ты делаешь? Заборы собираю. Заборы? Да ты меня даже задавить не можешь, слабак. Да я не хочу тебя давить, блин. Господи. У меня дед через лобовуху вылез. Ку-ку. Превьюха нормальная, слушай. И вот он такой вылез. Ку-ку. Давай, братан. Да ты меня уже задавил, слышь? Да нет, он у меня... Я не умер, прикинь.
Ты в сидушке меня сидишь, потому что. Давай! Давай, внучок! А что ты хочешь туда скинуть? Тебя. Меня, что ли? Блин, у тебя жопа пластмассовая, братан. Да, я вижу. Внучок, внучок, я же тебе говорил, не кури всякую дрянь. Что ты делаешь? Да скинуть я хочу. Ну а что ты отъезжаешь так далеко? Ай, нахер тебе, промазал! Вот так вот побеждают этих маньяков, друзья. Посмотрите, мы до сих пор живы, спокойно. Вот так вот. Здравствуйте. Эй, ты чё, слышь? А завя... Офигеть. Маньяк дикий какой-то. Ты сам говорил, дед этот неуязвимый. Неуязвимый, неуловимый, ёпси. Неуловимый. Неуловимый мститель. Господи! Дед улетел, я не понял, что произошло. А, ты на мне восстановился, я понял. Дед, ты куда? Да я этот. Эй, ну-ка не стреляй, внучок. Дед, короче, сейчас в утиль пойдет, смотри. Блин, ну тачка у деда охеренная, я ничего не говорю. Не, прикольная тачка, да. А таз такой великолепный. Давай я, дед, с тобой пойду. Извини, внучок. Короче, дед поймал своих жертв, друзья. И, в общем-то, сам самоуничтожился в конце, как это полагает самому важному маньяку Лего Сити. Зачем маньяку самоуничтожаться, если он самый важный? Да похеру. Красиво уничтожился и все. Показал, что он сам может себя убить. Вот так вот. Да-да-да. Сверхидиотизма, ребята. Да. Пишите в комментариях, что думаете. Ставьте лайки, если вам понравилось. И не забывайте подписываться на канал. Да, всем, друзья, пока-пока. До скорых встреч.